Таджикистан в скором времени заявит о своем желании вступить в Евразийский экономический союз. Такое мнение озвучил 4 июля 2016 года председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий, сообщает Лента.ру. Думаю, в ближайший год Душанбе заявит о своем желании. Таджикистан больше, чем любая другая страна СНГ, стремится к этому, сказал Слуцкий. Также он добавил, если Комитет ЕАЭС получит официальную заявку от Таджикистана, будем думать, как это реализовать. Итак, возникает вопрос, знают ли жители стран Центральной Азии, что же такое на самом деле ЕАЭС? Какие истинные цели преследовались при его создании и отвечает ли присоединение к этому союзу истинным интересам народов региона? Согласно официальному документу, Евразийский экономический союз, ЕАЭС, Международное интеграционное экономическое объединение, договор о его создании был подписан 29 мая 2014 года. В состав союза вошли Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Кыргызстан. ЕАЭС создан на базе таможенного союза Евразийского экономического сообщества, ЕвразЭС. Декларируемой целью ЕАЭС является реализация следующих идей. Гармонизация законодательства. Единый рынок, при которых обеспечивается перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Единый таможенный тариф. Проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. Абсолютно ясно, что инициатором создания этого союза является Россия, и она хочет достичь не только тех целей, что официально стоят перед этим союзом. Что же подтолкнуло Россию к созданию ЕАЭС? Для большей ясности давайте разделим все причины на два фактора. Политический фактор, экономический фактор. Что касается политического фактора, то Россия после прихода Путина к власти предпринимала меры для возвращения постсоветских стран в орбиту своего влияния. Для этого она заключила с этими странами несколько разного рода соглашений, таких как ОДКБ, ШОС, ЕАЭС и так далее. В отношении некоторых стран это удалось, а в отношении некоторых, как, например, Украина, нет. Последние события на юго-востоке Украины показывают, на что готова Россия, чтобы сохранить свое влияние. Причем все это не что иное, как соперничество между США и Россией. России за влияние на постсоветском пространстве. Ведь США пытаются в этом регионе сдерживать и ослабить влияние России. Свидетельством этому является выделение Госдепу на 2017 год из федерального бюджета США 952 миллионов долларов на противодействие российской агрессии, в том числе в странах Центральной Азии. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства США от 9 февраля 2016 года. По этой причине Кремль со своей стороны начал укреплять свою геополитическую позицию в этих странах путем заключения новых союзов или же путем модернизации существующих союзов. 6 декабря 2012 года госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщила о намерении США противодействовать процессу интеграции на территории бывшего СССР, сказав: «Мы отмечаем некий сдвиг в сторону повторной советизации региона, но, конечно, это не будет называться именно так. Это будет называться таможенным союзом, Евразийским союзом или что-то в этом роде. Мы знаем, в чем заключается цель, и мы стараемся разработать эффективные способы того, как замедлить это или предотвратить это». Итак, согласно вышесказанному, ЕАЭС является в большей степени геополитическим союзом, нежели экономическим. Для стран Центральной Азии эти союзы и договора не являются взаимовыгодным партнерством по определению, так как Россия использует Центральную Азию как буферную зону от политических и военных угроз со стороны Запада. И никогда такое государство, как Россия, не будет заключать какие-либо договора или союзы с другими странами на взаимовыгодных условиях. Следовательно, при заключении подобных союзов в основном будут учитываться интересы России. Экономический фактор. Как мы знаем, Россия является сырьевым государством, а не индустриальным. Большая часть существующих производственных мощностей достались России по наследству от СССР, и они нуждаются в модернизации. На сегодняшний день Россия не в состоянии производить конкурентоспособную продукцию. Она отстает практически во всех отраслях. Автомобилестроение, которое практически не отвечает современным требованиям, строительная техника, бытовая электроника, фармацевтика, продовольствие и так далее. Вот как об этом заявил руководитель Сбербанка Герман Греф, выступая в Ранхикс на Гайдарском форуме. «Мы проиграли конкуренцию и оказались в стане стран, которые проигрывают, стран дауншифтеров». 19 января 2015 года помощник секретаря Совбеза России Сергей Вахрухов сообщил журналистам:
Значительное внимание в стратегии уделено определению главных стратегических угроз национальной безопасности в экономической сфере, которым отнесены в том числе низкая конкурентоспособность, сохранение экспортно-сырьевой модели развития и высокая зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры. Таким образом, бывшие страны СНГ при создании подобного союза являются благоприятным рынком сбыта, на котором можно реализовать производимые Россией неконкурентоспособные товары. То есть вступление в союз не отвечает ни политическим, ни экономическим интересам стран Центральной Азии. Например, около 50% импорта в Таджикистане приходится на долю Китая. Он поставляет более дешевые товары для Таджикистана по сравнению с Россией. Со вступлением в союз Таджикистан лишится дешевых товаров, поступающих от Китая, так как на нем будут лежать обязанности принятия тех законов, которые будут угодны союзу. Следовательно, это приведет к повышению пошлин на ввозимые товары из Китая. От всего этого в конечном счете пострадает потребитель, то есть народ Таджикистана. Вырастут цены на товары внутреннего рынка, ввозимые из третьих стран, а это около 70% от всего импорта. Это следующие виды товаров: техника, стройматериалы, текстиль, автомобили и так далее. Подобное уже произошло с Киргизией и Казахстаном после вступления в союз. Заместитель председателя таможенной службы Кыргызстана Азамат Сулеймонов заявил: со вступлением Киргизии в ЕАЭС отменена упрощенная процедура таможенного оформления товаров на физических лиц. Упрощенная процедура позволяла не платить 12% НДС. Теперь все попали в равные условия и будут платить 12% НДС при экспорте и импорте. Минэкономики КР сообщила, что произошло повышение пошлины как минимум в 2 раза. До вступления Киргизии в Союз объем импорта китайских товаров и их реэкспорта в другие страны, в том числе в Казахстан, составлял десятки миллиардов долларов. Теперь же, после вступления Киргизии в Союз, коммерсанты и потребители столкнутся с рядом проблем. В итоге, присоединение к ЕАЭС не облегчает жизнь народов, вступивших в него стран, а наоборот усложняет. Несмотря на то, что мигранты, которые находятся в России, сэкономят деньги на оформление разрешительных документов, зато потери будут значительно выше внутри своих собственных стран. Народы этих стран должны знать, что любые договора или союзы, предлагаемые со стороны России, США или Китая, не учитывают интересы народов Центральной Азии, а любая помощь оказывается отнюдь не бескорыстна. Взамен на нее требуется другая, которая стоит гораздо больше, и правители Центральной Азии расплачиваются за эту услугу в несколькократном размере. Но речь не только об экономике. Это может быть, например, российская военная база в Таджикистане, истинная цель которой вовсе не защита народа Таджикистана от афганского талибана, а сохранение влияния России и защита тирана Рахмона от любых народных волнений. Как об этом заявил посол России Игорь Лякин-Фролов 28 декабря 2015 года в Душанбе. В этой связи хотел бы заверить, что наши таджикские друзья в случае возникновения угроз всегда могут рассчитывать на помощь России и ОДКБ. Мы должны понимать, что Россия – это не дружественная страна. По отношению к народам Центральной Азии у России нет ни гуманности, ни нравственности, хотя правители стран Центральной Азии являются самыми верными и послушными ее слугами. Обратите внимание, как власти России обращаются с трудовыми мигрантами, выходцами из стран Центральной Азии. Мигрантов из этих стран они не считают за людей, обзывая их чурками и нелегалами. Проводятся жестокие антимигрантские операции, массовая депортация, ужесточение миграционного законодательства, усложнение процесса получения трудовых патентов, повышение ежемесячных авансовых платежей. В грубой форме нарушаются права трудовых мигрантов со стороны полиции. Очень часто работодатели не выплачивают зарплату за выполненную работу. Ежегодно от рук русских нацистов гибнут десятки трудовых мигрантов. Правозащитный центр «Сова» сообщает, что в 2015 году от нападений неонацистов в 17 регионах 9 человек погибли и 68 получили ранения различной степени. При этом преступления остаются нераскрытыми. И даже если их раскрывают, то преступников судят не за убийство, а за хулиганство. Все это наглядно демонстрирует, как именно Россия относится к своим так называемым друзьям. Что же касается мнения тех мигрантов, которые говорят: «Хорошо, что Россия предоставляет нам рабочие места», то хотелось бы им напомнить, что мигранты из Центральной Азии практически построили Россию за мизерную плату, но вместо благодарности они получают лишь упреки, оскорбления и унижения.
В состоянии ли страны Центральной Азии обеспечить себя экономически? Ответ – да. На самом деле Аллах одарил наши страны уникальной плодородной землей, которая позволяет заняться сельским хозяйством. Так, например, страны Центральной Азии на сегодняшний день полностью покрывают свои внутренние потребности в сфере сельского хозяйства. А кроме того, регион занимается экспортом овощей и фруктов. Причем все это удается осуществить при условии использования в пределах 15% от общей площади пахотной земли в регионе. А также следует учитывать и то, что на сегодняшний день в нашем регионе в сфере сельского хозяйства используется очень устаревшая техника и технологии. Следовательно, если использовать сельскохозяйственные возможности региона в правильном русле, то можно увеличить в несколько раз объемы урожая, а в будущем наш регион может стать одним из крупнейших экспортеров на международном рынке сельскохозяйственной продукции. Для этого нужно модернизировать технику и внедрить новые технологии в этой сфере. А что же касается других богатств, то приведу некоторые из них. Природные ресурсы Узбекистана. По запасам газа 14 место в мире, 6 место по производству хлопка, 6 место в мире по запасам золота, 7 место в мире по запасам урана, 10 место в мире по запасам меди, 6 место шелка сырца. Узбекистан находится во втором десятке стран-лидеров по выпуску серной кислоты, азотных удобрений, минерально-смазочных масел и парафина, вообще-то бумажной пряжи и тканей, томатной пасты, сухофруктов, сбору бахчевых и винограда и так далее. Природные ресурсы Таджикистана. По гидроэнергетическому ресурсу 8 место в мире. Уточненные запасы серебра превышают 76 тысяч тонн. В 2015 году собрано 270 тысяч тонн хлопка. Объем производства алюминия 2014 года составил 150 тысяч тонн. 500 тонн золота утверждено после геологоразведочных работ в 10 месторождениях Таджикистана. Это не конечная цифра, потому что в стране есть еще неразведанные месторождения золота. Природные ресурсы Киргизии. Общие запасы золота более 500 тонн. Общие запасы серебра около 2000 тонн. На государственном балансе числится около 2,3 миллиарда тонн угля. И по гидроэнергетическому ресурсу третье место в СНГ. Природные ресурсы Туркмении. Запасы природного газа составляют около 50 триллионов кубических метров, или же занимает четвертое место в мире по запасам газа. Запасы нефти составляют около 10 миллиардов тонн и 15% хлопка из объемов стран СНГ. Имея такие ресурсы, страны Центральной Азии находятся на грани экономического бедствия, а жителям этих стран ради выживания приходится ездить на заработки в Россию и работать в нечеловеческих и унизительных для человеческого достоинства условиях. Как такое возможно? Даже такая бедная страна, как Афганистан, и то выделила помощь Таджикистану в 2015 году в размере 1 миллиона долларов, что по сути является позором. Таким образом, поддержка любых проектов или союзов подобного рода, без разницы, кто бы ни выступал инициатором, Россия или Запад во главе с США, означает собственноручная передача себя и своего будущего в рабство, в руки неверных колонизаторов. Мусульманам Центральной Азии следует отказаться от любых лживых и псевдовыгодных союзов или соглашений, предлагаемых со стороны неверных, и следует держаться за верь в Аллаха. Ведь именно экономическая система ислама представляет порядок справедливого распределения богатств. Именно исламская система правления разрешит все наши проблемы с коррупцией, защитит нашу честь и имущество. И только ею будет доволен Аллах. До тех пор, пока над народом Центральной Азии будут править тираны-правители, которые заботятся только о своем кресле и защите интересов крупных государств, проблемы мусульман региона никогда не решатся. И мы, как рабы в униженном положении, вынуждены будем и дальше ездить в Россию и работать в нечеловеческих условиях.